читали Библию? Конечно. А сколько всего Евангелий? 4. Не назовете, будьте любезны, имена от кого? Я не хочу. Скажите, пожалуйста, вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Нет. А скажите, пожалуйста, а вы православный человек? Да, не читала. Вы читали Библию? Да. А сколько там Евангелия? 4. Не подскажете, от кого? От Луки, от Марка, от Матфея и от Иоанна. Да, я крещенная. А вы читали Библию? Я ее начала читать. От Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна. Сколько все Евангелий? 4. Не назовете, от кого? От Матфея, от Иоанна. И больше не помню. Православный человек? Не все равно. Ну так. Ну вы крещенные? Все. Ну да. Вы читали Библию? Ну, что-то читала. А сколько все Евангелий? Несколько признанных и парочка непризнанных. Хитер про хвост твой бред. Но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет. Скажите, пожалуйста, верите в Бога? Да. Вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Да. Сколько Евангелий всего? 4. Будьте любезны, не назовете, от кого? От Луки, от Матфея, от Иоанна и от... Разволновалась, забыла. Верите в Бога? Я надеюсь, что Бог верит в меня. Все, что я сделаю, что она верит. Он верит, что это все хорошо. 4, наверное. А будьте любезны, имена. От Матвея, от Луки. Не-не-не, куда это вы меня снимаете? Скажите, вы православный человек? Нет, я мусульманка. Скажите, пожалуйста, вы православный человек? Более чем. Вы читали Библию? Конечно. Сколько там Евангелия? 4, конечно. А будьте любезны, имена. Марк, Лука, Матфей, Иоанн. Верите в Бога? Да. Вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Да. А сколько там Евангелия? В детстве читала. Читаю. Просто начала все это делать совсем недавно. Вы верите в Бога? Да. Вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Да. А сколько откровений в Библии? Не знаю. Верите в Бога? Да. Вы читали Библию? Нет. Марк, Матвей, Иоанн и... еще забыла последнего. Марк, Матвей, Иоанн... Еще забыла последнего. Я помню только от Матфея. Я агностик. Формально я католик, формально. Но по сути я просто верю в Иисуса Христа, в его учение. Скажите, пожалуйста, а сколько Евангелий всего вот? По счету сколько? 4. А от кого? От Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Вы читали Библию? Ну, когда-то да. А может быть, скажите, сколько там Евангелий в Библии? Ой, нет, все, до свидания. Вы православный человек? Да. А вы читали Библию? Да. А сколько там Евангелия? Не помню. Не помню. Матвея, еще от кого? Марка. Еще? Так. Ну, это вот самые такие, которые я чаще всего читаю. Вот. Вы православный человек? Нет. Я мусульманка. Вы православный человек? Ну, да, можно сказать. А вы читали Библию? Ну, да, а что? А сколько там Евангелия? Ладно, все, пойду. 4 евангелиста. Угу. А не назовите имена? Тороплюсь сейчас. Вы православный человек? Да. А вы читали Библию? Нет. Вы читали Библию? Да, только не всю. А сколько там Евангелия? Вот я сейчас вам, извините, не смогу сказать. Вы прям мне такие вопросы еще скажите, сколько строчек, я тоже не отвечу. Вы читали Библию? Да. А сколько там Евангелия? Сейчас не скажу. 4 Евангелия, правильно? Я очень спешу. Мне... А от кого, не подскажете? Марк, Матфей, подожди, сейчас я Иоанн. Матфей, Марк и кто-то там четвертый, сейчас уже не помню. А вы православный человек? Да. А вы читали Библию? Больше того, я крещенный, и Библию нет, в чистом виде не читала. Только так, но в популярном варианте. А тогда, может быть, вы знаете, сколько Евангелия в Библии? Нет, таких мелочей я не знаю. Вы читали Библию? Пыталась, но не смогла. Вы крещенный? Да. Вы читали Библию? Нет. Так стыдно признаться, ну так, ну вкратце. Тогда, может быть, вы вкратце можете ответить, сколько Евангелий в Библии? Затрудняюсь.
затрудняюсь. Ой, у меня, я не знаю, но мне друзья говорили, что я, они в Евангелие не верили, потому что он был мертвый. Ну вот. Евангелие — это человек, который читает саму Библию и не знает больше слов, кроме этой, кроме Библии. Вы православный человек? Нет. Вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Нет. Вы православный человек? Да. Вы читали Библию? Нет. Почему? Не знаю. У меня проблемы с головой, и мне очень трудно читать большие тексты. Нет, не помню. 24 месяца. В году? Да. Нет, только слушал на пластинке. А вы не знаете случайно, сколько там Евангелия? Нет, не могу ответить. Что? Библию читали? Читала давно. А сколько там откровений, сколько там Евангелия? Я не смогу ответить вам на этот вопрос. Вы православный человек? Да. А вы читали Библию? В детстве. А вы не знаете случайно, сколько Евангелий в Библии? Ой, нет, это точно не знаю. Вообще я крещеный, но в данный момент неверующий, как бы нет, не верю. Там Евангелие от Матфея есть, Евангелие от Луки, Евангелие... больше не знаю. Ну, как бы, частично верю, частично нет, но, как бы, я не рассуждаю на эту тему, меня это не интересует, этот вопрос. А вы православный человек? Да. А вы читали Библию? Нет. Ну, от Луки, от Матфея, от Марка, еще, по-моему, от Иоанна. Знаю, что самое простенькое – это Евангелие от Матвея все-таки, по-моему, от Луки и так далее. По-моему, 5 или 6. Тогда, да, читал, но я просто уже не помню. Я в сознательном таком возрасте, уже более взрослом, я ее не перечитывал. Значит, пока существовало человечество, значит, было больше 120 тысяч пророков. Знаете об этом? Я вас слушаю сейчас внимательно. Ну, спасибо. Каждому было неспослан, так сказать, священная книга, Писание. Поэтому там все это самое. Вот в этом Писании, вернее, из всех наших самых, последняя – это книга Коран, вот, которая была передана Мухаммеду. Простите, а Коран из чего вышел? Не спущен с небес. Не спущен с небес. Небес, да. Он был, история такова, это его предыстория такова, что он был пастух, пророк Мухаммед, значит, неграмотный. И далее он, значит, самое, когда ему ангелы сказали, что через тебя будет, Коран будет не спущен. Он сказал, человек неграмотный, поэтому это самое. Он сказал, не надо за это волноваться, собирай возле себя грамотных людей и будет записан. Коран был за 23 года предоставлен человечеству. От Луки, от Матфея, сейчас помню. Вот от Луки, от Матфея помню, а еще два я что-то позабыл. Нет, я не крещенная, если об этом речь. А вы читали Библию? Пыталась, да. А сколько там Евангелий? Не знаю. Два.